Омлет оригинальный, с сыром и сосиской. Молоко понадобится, соль, еще и растительное масло. Приступаем! Итак, нарезанную сосиску поджариваем на растительном масле. До симпатичности. Готовим необыкновенный омлет. Взбиваем 2 яйца. Солим. Добавляем чуть-чуть молочка. И взбиваем вилочкой. На поджаренные сосисочки выливаем меланжик с молочком. Накрываем крышечкой на сильном всю огне. Нарезаем сырок пластиночками или так, как вам нравится. Это не принципиально. Еще немного остывший омлет выкладываем сырок в хаотичном порядке. И готовим так до тех пор, пока приготовится у нас омлетик. Желательно кусочки сыра покрупнее, чтобы они остались с пикантностью, полностью не растворились в яйце. Он прекрасен! Еще пару минут под крышечкой, без плиты, и готов! Наш великолепный обед и оригинальный омлет готов! Всем приятного аппетита! Всего до встречи! Чао-какао! Пока-пока!